Уважаемый ветеран, хочу сказать вам большое спасибо за жизнь, за свободу, и хочется поблагодарить вас за то, что вы подарили молодость нам. Уважаемый ветеран, я от всей души поздравляю вас с великим праздником победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем представить себе ужасы и трагедии, которые вы пережили, сражаясь за наш общий дом. Прадед Глеба Бердникова по материнской линии в 42-м пропал без вести. Даже похоронку на его имя не прислали. Имя прадеда по отцу высечено на мемориальной доске на площади Славы. Война коснулась каждой семьи в нашей стране, и это понимают даже дети. Я пишу им благодарственное письмо на тему «Спасибо за мирное небо», потому что если бы не они, то, возможно, бы не то, что мы бы не писали бы сейчас. Возможно, вообще бы нас не было. В первый день акции «Фронтовые письма» приняли участие почти 150 учеников 6 и 10 классов Самарского медико-технического лицея. Всего фронтовые письма напишут больше 46 тысяч детей со всей Самарской области. Детям это очень важно, когда их письма не просто останутся сочинениями, не просто принесутся домой, а будут вручены, и кто-то их теплые слова, их искренние пожелания услышит. Это очень важно. Лучшие письма будут отобраны, и в следующем этапе эти письма будут опубликованы и изданы в виде книги Самарской области. В течение нескольких дней губернские школьники будут писать письма ветеранам. 27 апреля состоится единый день написания писем. К 9 мая каждый ветеран получит фронтовой треугольник. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.